Мы в Баффало, штат Нью-Йорк. Я Александр Ткачев, а слева в опасной близости от меня Дмитрий Савин. Добро пожаловать на предстоящую увлекательную игру между Баффало Сейберс и Питтсбург Пингвинс. Бросает шайбу! Гол! Какое стремительное начало! Шайбу просто внеснул в ворота. Он вложил всю силу в этот бросок. Ну что ж, нам не пришлось долго ждать первый шайб. Я кто думал, команда увидела окошечко в защите и не применула туда влезть. Шайбу забросил Салливан. 4-4. Передача номер 87. Достает шайбу. Сидней Кросби. Бросает. Сидней Кросби. Кунец. Бросает мощно. И он просто обязан был хорошо сыграть, Саш. Ведь отыграть две шайбы было бы невероятно сложно. Сбрасывание выигрывает Питтсбургу. Точно. Шайба заблокирована и не добирается до цели. Накрывает шайбу и впереди вбрасывает. Все готово к вбрасыванию. Шайбу. Начало первого периода. Счет ничейный. Вот что происходит, когда игрок обладает хорошим хоккейным кругозором. Он выбрал прекрасное положение, чтобы добить эту шайбу. Похоже, обе команды сегодня решили в обороне не играть. Око за око, зуб за зуб. Гол на гол. Они отвечают друг другу. И нам предстоит одна из увлекательнейших встреч на этой лиге. Питтсбург попробует извлечь выгоду из полученного численного превосходства. Мы еще не видели игры 5-4 сегодня, но таких возможностей будет масса. У команды очень техничная первая спецбригада большинства. В углу. Выстрелил от борта. Он промазал. Мартин получил шайбу. Кросби. Мощный бросок сходу. Лури покидает собственные ворота, чтобы поспеть к шайбе. Выход один на один. Бросает шайбу. Пятачка. Судья назначает вбрасывание. Вбрасывание выигрывает Пингвин. Рвется вперед. Еще один быстрый бросок. Питтсбург. Теперь шайба. Орпик. Стемпняк. Попадает в положение вне игры. Пингвины выиграли еще одно вбрасывание. Бросает быстро. Баффало забирает шайбу. Пас вперед Стемпняку. Питтсбург не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Отправляется за свои ворота. Передача Таллендеру. Шайбу подбирает Баффало. Передача Гочу. Разряжает свою пушку с пятачка. Мощно бросает по воротам. Он парирует и этот бросок. Лино. Как здорово сыграно, чтобы выбить шайбу с клюшки соперника. Стреляет, что было сил. Промахивается мимо ворот. Пингвины завладевают шайбой. Выход один на один. Бросает с неудобной стороны клюшки. Сзади. Выход 2-1. Овощью. Поэту. Бросает с неудобной руки. Мы готовы к сбрасыванию. Бросает шайбу. Попадает в игрока прямо перед воротами. Стемпняк. Быстрый бросок. Свистящий бросок. Вратарь направляется к шайбе.
Он пасует Паэту. Проводит бросок. Паэт подобрал шайбу. Игра вот-вот начнется. Кросби выиграл вбрасывание. Бросил. Бросок и шайба в воротах. Под занавес первого периода они ведут в счете. Думаю, в своей жизни он забрасывал более красивые шайбы. Но уверен, сейчас ему все равно, как она попала в ворота. Главное, что их взятие таки состоялось. Забивает гол. Шайбу забрасывает. Бросает, что получит. Забрасывает шайбу и зарабатывает хет-трик. Парень из любой ситуации выжмет сок. Тот скажет, что любой может добить шайбу. Но в протоколе такой гол ничем не отличается от других. Идбор забрасывает вновь, доводя преимущество до двух шайб. Теперь опасность заключается в самоуспокоенности. Если будут играть на автопилоте, поплатятся. Передача Малкину. Бросает шайбу! Пяточка! Они готовятся к сбрасыванию. Кунец. Щелчок. Слева. Он промазывает. Салливан забирает шайбу. Он выходит один на один с вратарем. Малкину. Шайба выброшена. Выстрелил шайбу. Судья готов к вбрасыванию. Пингвины выиграли еще одно вбрасывание. Бросает по воротам. Сейчас состоится вбрасывание. Завладевает пингвин. Разрезал броском с самого пятачка. Он сумел отобрать бросок и гол. Они снова в игре к началу второго периода. Его клюшка буквально пляшет, пока он готовит шайбу для броска. А когда она ему порядком надоедает, ее стремительно уносят к рукам мастера в направлении цели. Команде Баффало. Находит шайбу. Бросает шайбу. Чуточку, но все же мимо. Он теряет шайбу. Быстро бросает шайбу. Заблокировано прямо перед воротами. Сейбор завладевает шайбой и получает возможность начать атаку из собственной зоны. Блери вешает замок на ворота. Чудовищный бросок. Идбо владеет шайбой. Отправляется за свои ворота. Бросает шайбу. Бросает от души. Он не попадает в ворота. Повторный бросок. Лири парирует эту шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Баффало подхватил шайбу. Бросает с неудобной стороны. Баффало захватывает шайбу. Выход один на один. Лири остановил и эту шайбу. Кобачью. Выстреливает. Ему досталось после такого броска. Выход 2-1. Лири вытаскивает этот бросок. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Кросби побеждает на вбрасывании. Кунец. Он отправляет шайбу в ворота. И в середине второго периода преимущество 2 шайбы. Такой бросок с неудобной руки очень обманчив. Вратарю практически невозможно предугадать, куда будет направлена шайба. И правильное решение может прийти слишком поздно. Пингвины выиграли еще одно вбрасывание. Бросает! Сталин подбирает свободную шайбу. Эндерсон по центру. Выход 2-1. Заряжает свою пушку. Шайбой владеет Баффало. И быстро еще один бросок. Малкину. И это офсайд. Все готово к вбрасыванию.
быстрый бросок. Пушечный выстрел. Вынесен. Шайбу получает Баффало. В центре. Стреляет по цели. Пас вперед по эту. Бросает шайбу. Судья назначает вбрасывание. Вбрасывание выигрывает Сейбор. Он отобрал шайбу. Он пасует Кросби. Бросает быстро. Заблокирован. Заряжает изо всех сил. Промахивается мимо ворот. Это Брукс Орпи. Бросил от борта. Шайба заблокирована и не добирается до цели. Пуниц. И он доставляет шайбу в зону атаки. Бросает шайбу. Пятачка. Он отправляет шайбу в ворота, и его команда убегает в отрыв под занавес второй 20-минутки. А этот бросок был таким стремительным, что вратарь толком не успел на него среагировать. Отличный гол. Гач выиграл вбрасывание. Гач дотягивается до шайбы. Бросил шайбу. Эндерсон. Бросает. Попадает в игрока прямо перед воротами. Йокинг. Цель с самого пятачка. И сбор. Сейчас контролирует шайбу. Он парирует очередной бросок. Мы готовы к вбрасыванию. Выход один на один. Щелкает, что есть мочи. За воротами. Салливан. Он притаскивает шайбу в центр. Потеря в нейтральной зоне. Отложенный штраф. Он будет оштрафован. За задержку руками. И двор. Второй раз играет в большинстве по ходу матча. В первом случае забросить не удалось, хотя было несколько хороших шансов. Без бросков не бывает голов. Это ж очевидно. Аленда выбрасывает шайбу. Готч владеет шайбой. Бросок в цель. Судья готовится произвести удаление. Стэмпни будет отбывать наказание за толчок в спину. Стреляет без промаха. Делает мощный бросок. Совсем не точный бросок. Он упустил шайбу. Сильный бросок. И еще один бросок. Отложенный штраф. Салливан выходит со скамейки штрафников, так что его команда теперь играет в полном составе и имеет численное преимущество в одного игрока. Вбрасывание выигрывает Пингвинс. Выход один на один. Шайба потеряна. Выход два в одного. Бросает шайбу. Это Таллендер. И это положение вне игры. Игра вот-вот начнется. Стэмпни увидел, что истекло его штрафное время. Теперь в его команде четверо полевых игроков, а у соперника... Он забирает шайбу. Выход два в одного. Быстро бросает шайбу. Флери накрывает шайбу и звучит свисток. Они готовятся к вбрасыванию. Гач выигрывает вбрасывание. Пингвины не просто выходят из своей зоны, а еще и переходят в атаку. Шайбу! Бросок, гол! Они отстают по дистанции на две шайбы к середине третьей 20-минутки. Пингвины выиграли еще одно вбрасывание. Бросил шайбу от поинта.
Шайбу контролирует Папа. И снова Пуфо. Вау, он промазал. И он выбрасывает шайбу. Баффало сейчас шахнет. Флери делает прекрасный сейф ловушкой. Разрезает броском. Пуфо теперь владеет шайбой. Стреляет. Эндерсон. Хоккеисты Баффало готовят прорыв. Выход 2-1. Он сумел прорваться к чужим воротам. Шайбой владеет Питтсбургом. Бросает без промедления. Замораживает игру, зафиксировал шаг. Судья готов к вбрасыванию. Лино подбирает свободную шайбу. Офсайд. Сейчас состоится вбрасывание. Гач выиграл вбрасывание. Шайбу контролирует хоккеисты Сейба. Бросок с кистей. Совсем неточный бросок. Шайбу потерял Гочу. И он выводит ее. Выход 1-1. Бросает шайбу. Мимо цели. Гочу. Выход 1-1. Бросает шайбу с фланга. Бросил шайбу. Флери парирует эту шайбу. Орпи. Малкин. Шайба улетает со свистом. Эрфо перехватывает шайбу. Мощнейший щелчок. И снова они бросают по воротам. Куниц. Сильный бросок и точный. Заблокирован. Шайбой владеет Баффало. Перехватывает шайбу Питтсбургом. Бросает шайбу. Накрывает шайбу. Они готовятся к вбрасыванию. Впереди. Бросает шайбу. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Питтсбург выигрывает очередное вбрасывание. И еще один бросок. Все готово к вбрасыванию. За воротами. Эндерсон. Выход 1-1. Запустил шайбу. Справа. Он не попадает в ворота. Шайбу получает Питтсбургом. Удар. И мы перевернули очередную страницу в великой книге хоккея. Питтсбург выигрывает эту встречу и продолжает победную серию.